состоялась премьера нового прокачанного бюджетника Infinix Hot 40 Pro. Новинка получила процессор Helio G99, камеру на 108 мегапикселей, большой экран с повышенной герцовкой на 120 Гц, динамический остров уведомлений и аккумулятор на 5000 мАч. Всех приветствую, друзья! Вы на канале FeinShop, полезный и не очень. Компания Infinix официально представила три новые модели из бюджетной линейки Hot 40. Эти устройства имеют различную аппаратную конфигурацию, но объединены одним общим узнаваемым дизайном. Он включает 4 цветовых решения, плавные грани корпуса, крупные камеры, вспышку в форме кольца и круглый вырез, напоминающий динамический остров. Сегодня познакомимся со старшей моделью Infinix Hot 40 Pro. Лайк, подписка на канал за старание и приступим. Самым мощным смартфоном в представленной линейке является модель 6-нанометровым процессором Helio G99. Устройство оснащено 6,78-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением Full HD+, который поддерживает частоту обновления экрана до 120 Гц и сенсорную частоту до 240 Гц. Infinix Hot 40 Pro предлагается только в одном варианте оперативной памяти 8 ГБ. Объем встроенного хранилища составит 128 либо 256 ГБ на выбор. Аппарат получил основную камеру с сенсором на 108 мегапикселей. Вероятнее всего, это сенсор Samsung HM6. На задней панели также расположены 2-мегапиксельная камера для макросъемки и камера с искусственным интеллектом. Infinix Hot 40 Pro оборудован фронтальной камерой с сенсором на 32 мегапикселя, установленной внутри круглого отверстия в экране. Вокруг этой камеры расположился так называемый динамический остров, который служит для отображения различной информации, такой как статус разблокировки устройства, уровень заряда аккумулятора и использование телефона во время разговора. Друзья, если вы хотите оперативно получать свежие новости о новинках, подписывайтесь на мой одноименный телеграм-канал. Там я каждый день публикую огромнейшее количество новостей и горячие предложения от AliExpress по самым выгодным ценам. Переходите, ссылочка внизу в описании. Смартфон использует игровой движок Xbox для обеспечения повышенной стабильности во время игр. Этот движок предлагает три режима игры, которые позволяют игрокам настраивать уровень погружения в игровой процесс. Аппарат работает на базе операционной системы XOS 13.5, которая основана на 13-м Android. Емкость аккумулятора составила 5000 мАч. Компания заявляет, что аккумулятор способен заряжаться с 20% до 75% всего за 35 минут, благодаря входящему в комплект зарядному устройству мощностью 33 Вт. Аккумулятор рассчитан на 1600 циклов зарядки, что эквивалентно более 4 годам ежедневного использования смартфона. Также стоит отметить двухдиапазонный Wi-Fi, поддержку NFC-модуля, стереодинамики, FM-радио и сканер отпечатка пальцев в боковой грани. Новинка будет предлагаться в 4 разных цветовых палитрах – зеленом, синем, черном и золотом. Стоимость аппарата пока неизвестна, но компания Infinix отмечает, что он будет доступен по цене до 200 долларов. Пишите свое мнение, друзья, о свеженькой новинке. С вас лайк, с меня контент и не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые видео. Увидимся!